Река Цукваджа в поселке Салоники частично подмыла мост через федеральную трассу, нанесла урон и домам, расположенным вблизи. Сейчас ведутся работы по расчистке русла, убирают нанесенные водой сухие ветки. Жители сбрасывают мусор. Ну что, нет, даже вот это шифер, его надо было вывезти. Я так понимаю, поменяли там крышу, шифер сюда сбросили. Посмотрим здесь, наоборот, уже поддержит, раз уже здесь живете, самим надо думать. Течением другой реки Чухукт в поселке Катково-Щель подмыло опору моста через федеральную трассу Джубга-Сочи. Сейчас там все уже восстановили. Смыло 16-метровый пролет моста по улице Курганной. Там переправу восстанавливали, что называется, всем миром. Работали с утра до вечера. Ну вот они все помогали. Молодцы, ребята, да, все. Как один, кто на кране, кто на машине, кто со сваркой, кто это. Вот, ну так оно и должно быть. К приезду главы подготовились. Даже символическую красную ленточку на новой переправе привязали. Накрыли стол. Жители признаются Анатолию Пахомову, что сами не ожидали такой оперативности. Вспоминали 91 год. Говорят, тогда мост восстанавливали полгода. Нет худа без добра, признается Светлана Хартян. Женщина передвигается на инвалидной коляске, и прежний мост был для нее непреодолимой преградой. Слишком высокий подъем. Очень любим. Я сейчас так рада, что то хороший такой мост построили. Очень рады, очень хорошо, удобно. Самое главное, чтобы поднять легче. Да. Помимо удобства, новая переправа гораздо прочнее. Цельные металлические конструкции, бетонные блоки, асфальтовое полотно. Но испытывать судьбу все же не стоит, советует Анатолий Пахомов. Каждый понимает, что действительно, что такое трагедия, и что при таких трагедиях возможны жертвы. И я думаю, что и они здесь, и жители других населенных пунктов поймут важность и тренировок, поймут важность, что русло рек надо содержать в хорошем состоянии, безопасном состоянии, и поймут то, что наша безопасность зависит от нас. Теперь на очереди восстановление переправы в ауле Тхагапш. В целом глава города после проверки отметил оперативность и качество восстановительных работ. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.